Друзья, всем привет, с вами снова Капанда, и сегодня опять играем в Roblox на Плейси Woodcutting Simulator. Короче, подстригать дерево, рубить дерева будем всякие разные. Я еще вообще специально ничего не играл, не сидел, не разбирался, поэтому хочу сейчас вместе с вами сюда окунуться и разобраться, что тут надо делать. Ага, я смотрю, у нас тут есть рюкзак. 0 из 15. Короче, мы тут должны что-то, видимо, рубить и куда-то относить. Это типа, как мы играли, то же самое, там, уборка снега, там, и так далее было. И где мы там копали песок, сокровище искал. О, у меня топор есть, смотрите. Воу. Да мы как этот. Супер дровосек, короче. Ну что, давайте что-нибудь срубим. Я хочу, чтобы быстрее что-нибудь срубить. Ну-ка. Есть. А, за каждый удар нам дается по этому. Понятно. Давай. Лупись. Так, вон они, короче, накопятся наши дерева. 6. А, все понятно. То есть, когда она уже упала, уже все. О, дружище, здорово. Как дела? О, все. О, он сразу автоматически телепортируется, что ли? Так, мы сдали, нет? Подождите, мне нужно сдать это дерево. Сдавать куда? Сдавать вот сюда, наверное, да? Ага, все правильно. Вон они куда-то туда, оно всасывается, все наверх. И мне идут деньги. Ага, все понятно. Оп, и деньги. А теперь давайте посмотрим, что тут можно купить. Здесь это рюкзаки можно купить. Понятно. Рюкзак 60. Стоит 1700. На 95 тысяч, на 15, на 175 15 тысяч стоит. О, нифига, какой-то бульбулятор. Воу, это что, бесконечный, что ли? А, понятно, 800 баксов стоит. Бесконечный. Ага. О, тоже какие-то прикольные. Ладно. Так, а где у нас лопаты есть какие-нибудь? Точнее, не лопаты. О, тут еще и тачки есть. На тачке потом можно будет. Ну-ка, сколько тачка стоит? А, 105 тысяч, нифига себе. 200 это зарабаксы. 100 тысяч, короче, тачка стоит. Прикольно, надо будет потом разобраться, посмотреть. О, здесь у нас есть топоры наши. Топоры одного повреждения. Это стоит, нифига себе, 600 робоксов, 14 повреждения. Прикольные всякие штуки. За 750 тысяч, 8 повреждения. Воу. Короче, надо копить. Пошлите рубить и деньги копить. Сколько надо накопить? Нужно накопить хотя бы 700. Не, вот, 1500, наверное, надо накопить будет. Чтобы по 2 повреждения наносить. Ну чё? Побежали. Где у нас рубить? Надо вот здесь рубить и сюда сдавать побыстрее. Давай, моя хорошая, рубись. Эть, помогай мне. Давай, братюня, помогай. Оп. Все, срубили. Здесь тоже все валим. Так, нужно посмотреть. 15 принесло мне 150 денег. Это получается что? Одна деревяшка стоит десятку, да? Да, получается 10 монеток. Так, продаем. Да, сейчас будет 300, получается, мне монет. Блин, а что так долго не сдаются? Написано здесь сдавать. О, омега дерево появится, когда мы сдадим на все вместе на 250 тысяч. Мы пока сдали на 26. Это, видимо, все в кучке сдают. Ой, давай помогу, дружище. Давай помогу. Рубим вместе. Эй, оно уже исчезло. Вот, давай, набирайся. Туда, короче, деревяшки складываются в рюкзачок, да? Деревяшки, это хорошо. Опа. Еще рубим. Давай, братюнь, помогай рубить. Быстро все срубаем. Сейчас все подчистую завалим. О, белая деревяшка. Белая деревяшка тоже хорошо. Так, и тут порубаем. Так, уже 13, 14. И все, продаем. Все, о, нифига, у него какой тесак. Ржавый. Прикольно. Надо будет потом накопить. О, ну-ка карта. Карта большая, прикольная, как на этот, похоже. Срисованная Сламбер Тайкуна. О, вон они, деревяки падают. О, пошла жара. Сейчас наберем быстро и накопим. О, а тоже какой-то топор прикольный. Оставьте мне деревяшек маленько. О, все, продаем. Что-то быстро набралось. Они долго что-то сдаются.
Можно было бы как-нибудь побыстрее сдавать. Наверное, чем у тебя мощнее рюкзак, тем оно и больше у него влазит. И, наверное, тем больше еще и быстрее сдается. Так, вон, смотрите, у меня 600 кэша. У какого-то Dot Bip 16 тысяч. А почему не на первом месте? Еще выше его какой-то Alihamdit. У него 2600. Капец, у меня денег мало, 600 всего, это очень мало. А, давай, рубись. Белая, это что, березка, наверное, какая-то белая. Так, сдаем. Так, а мне сколько надо накопить? 2000, да, по-моему? Так, 2000 разделить на 10, надо 200 деревов. 200 деревов надо срубить, только тогда я смогу купить. Ту, которая побольше такая, деревяха. Деревяха, топор там какой-то. Ну, что делать, надо копить. Нужно копить много денег. Надо 2000 хочу накопить. 2000, и мы будем сносить. Это сейчас у меня по единичке сносится, а потом будет, получается, сносить по двоечке, да, наверное? Я думаю, что да. Эй, 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 хватит драться. Если тебя сам порублю. Эть, 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 эть. Ну-ка, можно тебе кого-нибудь порубить? Эй, сейчас кого-то порублю. Ага, по 10 рублей. Порублю. О, опять березка выросла. Тут так быстро деревца растут. Смотрите, мы там сзади все срубили, они опять выросли. Это хорошо, что они быстро растут. О, все порубим. Все порубим. Сейчас все почистим. Так, готово. Еще одна. Так, 13, 14, 15. Все, продаем. Юху, все продали. Опять побежали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мне же сдавать надо, я же забыл, что он тут не сразу сдается. О, почему по 20? А-а-а, это, наверное, вот эти дерева дешевые. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы срубили два таких, и сейчас я хочу... Ну-ка, это черное, они еще, наверное, разная цена у них. Черная порубим и белая. Эй, никогда не нажал, на апгрейд нажал. Надо было на сейл нажать. Ну-ка, давай. Капанда, ты снимаешь видео? Ну, скоро узнаешь на днях. О, по 20, точно. Надо, короче, еще и дорогие дерева это валить. Ну-ка, я побежал вон к тому дереву. Ну-ка. Сейчас давайте порубим сначала черное, а потом белое. Ого, там сколько сразу из него вывалилось. Ну-ка, где еще черное дерево? Есть черное? Эй, черненькое дерево. О, там кого-то вижу золотое. Ладно, давайте пока этого обычного срубим. Я потом зачем за золотым сбегу. А, блин, опять не туда нажал, так быстро появляется. Так. Продаем. Оп. 20. Блин, по 20 это прикольно. И 10 в конце. Так, я хочу сбегать. Вон... О, тут какое-то синее было. И вон я вижу золотое дерево. Хочу за золотым сбегать. Сколько интересно будет до золотого даваться. А, вон, дружище бежит. Давай догоняй. Почти золотое рубить. Деревцо. Золотое деревцо, золотое. Жди меня. Я иду к тебе. И листики можно порубить. Нет, листики не я. Оп. А, вот оно. Вот оно. Светящийся, ну-ка, хлобысь, все, ну что, сколько у меня его там, у меня его 12, ну давайте сейчас глянем, еще разок и продаем, все равно по 20 идет, почему по 20, я думал, на золотое будет вообще какое-то подорого, и в конце 10, не, мне кажется, все одинаковые эти деревья, что золотые, что обычные. Просто, наверное, там их как бы больше из них вываливается. Видите, тут их мало. Да, точно. А там я два раза рубанул, сразу же у меня сундук набрался. Да, все равно по 20. Не, блин, обидно. Я думал, они дорогие будут вообще там задорого сдаваться. Они особо-то и не дорогие. Это, все одинаковые. Просто в них больше. В них больше... О, это здесь можно порубить? Ну, вот эту штуку бы забрать с собой, пилу. Ай, нифига себе, меня там чуть не распилили. Просто дольше их рубить. Да, я так понял.
А с белых больше валится, золотых еще больше. Из черных тоже много валится. Давай, давай, давай. 10, 11, 12. Далеко не, нету смысла бегать. Лучше тут. А, блин, опять не зажмякнул. Он сразу появляется, я сразу зажмякаю. Так, сдаем. Он сейчас белых ходит. Так, нам надо было 2000, да, накопить? Еще два раза сбегать, наверное, и мы купим второй топор. Потом я, наверное, без видео покоплю здесь, чтобы побольше было. И потом уже запишем дальше, как денег подкоплю. 1010, может, 50. И потом дальше буду снимать. Так, продаем. Сколько у меня уже? 1800. Все, мне сейчас будет 1900 скоро уже, да? Да, мне 1900. И вот сейчас еще пару деревень. И все. Так, вот эту березку. Березку повалим. Давай, березка моя. Давай, 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 давай. Хлоп, 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 хлоп. Ой, все, уже срубилось. Все, последний рюкзак набиваю и пойду топор покупать. Наконец-то куплю топор. Так, это срубили. И все, осталось две штучки. Бэм. Готово, продаем. И так, где наш магазин? Это Пэкс, это не то. Все, у меня 2000. Ура, я первые 2000 накопил. Сейчас купим какой-то топор. Покупаем. Ага. Так, нет, нет, нет. 750. 1000. А, 1500 же можно было. Накопить, а не 2000. Ёлы-палы. Ладно, покупаем. Так, я его взял. О-о-о. Металлический, да, топор теперь у меня? А, медленно. Тоже. Это теперь нормально еще. Так, подождите. Вот же он. Я его все поставил. Ну-ка, пошли типа затестим. Эть, ну-ка, бенч. Че, он быстрее махать, что ли, стал? Или мне кажется? Повреждение больше, да, у него стало. Да, он стал быстрее махать. Нормуль, быстро тер закапливается-то. Так, а сколько стоит на 60? 1700. Ну вот на 60 надо будет потом купить. Большой рюкзак, да? Ладно, друзья, на этом видео я пока закончу, подкоплю денег и потом снимем обязательно продолжение. Блин, прикольный симулятор, мне понравился. Короче, это типа тайкуна, ой, не тайкуна, это типа ламбер тайкуна, но с рюкзаком. Типа как и хакалка тоже там была. Все, друзья, с вами был Капанда, обязательно подписывайтесь на канал и жмякайте лайкос. Все, увидимся в следующих видосах, пока-пока!